Сегодня, 9 ноября, церковь вспоминает святого мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, святых мучениц Капитолину и Еротеиду, преподобного мученика Сергия Чернухина. Святой мученик Нестор жил в III веке в Фессалониках в Греции. Этот юноша был свидетелем того, как молодой проконсул Димитрий Солунский открыто объявил о том, что исповедует христианство, и стал проповедовать Христа. Войска императора-язычника Максимиана прибыли в город, чтобы покарать Димитрия и других христиан. Но Нестор продолжал приходить к Димитрию за наставлениями, правда, уже в тюрьму, куда заключили разжалованного военачальника. В это время в Фессалониках, чтобы потешить императора, были объявлены гладиаторские бои. Только состязаться на арене должны были непрофессиональные силачи. На ринг, с которого живым уходил лишь победитель, выводили христиан, женщин, стариков, простых горожан-ремесленников. Любимчик императора, борец Лий, сбрасывал всех на острые копья. Видя это, Нестор решил противостоять Лию. Он получил благословение святого Димитрия Солунского. Укрепленный напутствием великомученика, Нестор победил Лия в единоборстве. Разъяренный император, узнав, что Нестор христианин, повелел немедленно казнить его. Сколько всего святых в христианстве, неизвестно. Имена тысяч и тысяч мучеников первых веков христианской церкви сокрыты от нас. Но для судьбы человека не важно, канонизирован ли он церковью. Мы верим, что все эти безвестные мученики давно прославлены у Бога. Церковь обращается к ним как к живым сомолитвенникам. Сегодня мы просим у них и у мученика Нестора: молите Бога о нас. Преподобный Нестор Летописец родился в середине XI века в Киеве. Он рано принял монашество в Киево-Печерской лавре. Нестор с молодых лет проявил склонность к чтению, а в зрелом возрасте высоко ценил стремление к знаниям у других. До нас дошли его слова: «Книги — это реки, напояющие вселенную. В книгах несчетная глубина, ими утешаемся в печали. Тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. Его перу принадлежит жизнеописание подвига первых русских святых князей Бориса и Глеба, житие одного из основателей Киево-Печерской лавры, преподобного Феодосия Печерского. Главным подвигом жизни преподобного Нестора стало составление повести временных лет. Ее первые строки «Откуда есть пошла русская земля» известны всем. В летопись вошла информация из самых разных источников. Из более ранних русских летописей, византийских хроник, монастырских записей. Главным достоинством труда Нестора Летописца исследователи называют то, что история Руси предстает там как составная часть всемирного исторического процесса. В летописи дается и богословское осмысление отечественной истории. Преподобный Нестор скончался около 1114 года. Его преемниками стали игумен Сильвестр, игумен Моисей Выдубицкий. Оригинал «Повести временных лет» не сохранился, но до нас дошел список игумена Лаврентия, переписавшего труд Нестора и продолжившего его до 1377 года. Преподобного Нестора Летописца церковь чтит как одного из столпов и светочей русского православия. Сегодня мы обращаемся к нему с просьбой: «Преподобный Нестор, моли Бога о нас». Святая Капитолина жила в конце III века в Каппадокии, на территории современной Турции. Она родилась в богатой и знатной семье. Родители Капитолины тайно исповедовали христианство и воспитали свою дочь в любви к Христу. Выросшая Капитолина последовала словам, так часто звучавшим в родном доме, о том, что трудно богатому войти в Царствие Небесное.
После смерти родителей Капитолина раздала все имущество нищим, а рабов отпустила на свободу. Она стала вести простую скромную жизнь. С девушкой осталась преданная служанка Еретеида, также исповедовавшая христианство. Завистливые люди донесли приспешникам местного правителя, что Капитолина верит в Христа. Девушку бросили в темницу, заставляли принести жертву языческим богам, а за отказ пытали. Не выдержав зрелища истязаний, Еретеида бросила в правителя камнем. Обеих мучениц казнили. В церкви есть традиция. Престол в алтаре покрывают специальным платом, антиминсом. В него зашивают частицу мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Сегодня мы обращаемся к мученицам Капитолине и Еретеиде, предстоящим ныне перед Господом, с просьбой: молите Бога о нас. Сергий, в миру Симеон Чернухин, родился в 1879 году в Самарской губернии в крестьянской семье. В 30 лет он принял монашеский постриг, а вскоре его возвели в сан игумена. Все это время он служил в Свято-Даниловом монастыре в Москве. В 1930 году в столице прошли массовые аресты духовенства и монахов. Арестовали и игумена Сергия. Он был приговорен к 3-летней ссылке в Пинежский край. В 1934 году он вернулся, но бывшему ссыльному в столице жить не разрешили. Игумен поселился в Шаховском районе и служил в местной церкви. В 1937 году началась новая волна арестов. Свидетель обвинения, председатель сельсовета, утверждал, что игумен Сергий отказался подписываться на государственный займ. Преподобного мученика приговорили к 10-летнему заключению в исправительно-трудовом лагере. В 1942 году игумен Сергий скончался в лагере в Амурской области и был погребен в безвестной могиле. Первых мучеников-христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь просит их: молите Бога о нас.